Молодых ученых Омской области наградили престижной правительственной премией. Торжественная церемония состоялась 19 декабря в здании областного правительства. Поздравил лауреатов и вручил им премии первый заместитель председателя правительства Омской области Александр Бутаков. Приятно видеть вас, молодую научную элиту. Я думаю, что не только в Омской области, но и страны, а может быть и мира. Премия присуждается молодым ученым за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. Памятный знак и денежная премия в 58 тысяч рублей вручаются омским ученым третий раз. В этом году впервые отметили сразу 4 лауреатов. Иван Крот стал лауреатом правительственной премии за научную работу по истории развития сельскохозяйственного предпринимательства Западной Сибири. Меня переполняют чувства радости, но гордости за то, что тем, чем я занимаюсь, оно интересно не только мне как исследователю, но и моим коллегам, широкой общественности, ну и, надеюсь, может быть, практикам. Ольга Фисенко получила звание лауреата за уникальный в России исторический словарь фразеологизмов. Очень хороший стимул на самом деле. И потом, кроме стимула, это еще и приятно, плюс ко всему. Новый подход математика Александра Рыбалова в изучении криптографических алгоритмов был признан перспективным и оценен комиссией. Это знак то, что мои работы признаны, да, то есть вот какое-то удовлетворение от этого получаешь. Александр Бутаков вручил почетные грамоты еще 6 молодым ученым, принявшим участие в конкурсе на соискание премии за 2012 год. Награда предусмотрена долгосрочной целевой программой «Новое поколение», и с каждым годом количество претендентов растет.